На данный момент мы находимся в санитарной зоне деревни Косой Брод Свердловской области, города Полевского. Вот мы видим лесной участок, которым воспользовалась компания «Агроцвет» для вывоза из города Полевского, поселка Северского, снега. Вот посмотрите, это они, все это тайно вывозится, это все вот эти нечистоты, которые они собирают из города. Они же их собирают, они же их рассыпают, они же их собирают и вывозят тайно на несанкционированные отвалы. Вот, видите, это компания «Агроцвет». Генеральный директор Балакин Сергей Иванович и заместитель директора «Агроцвета» Константинов Константин Сергеевич, кстати, который на данный момент имеет статус депутата городской думы города Полевского. И никому до этого дела нет. У нас же господин Балакин — это одно из значимых лиц в городе Полевском. Видимо, ни прокуратура, ни следственные органы, ни природоохранная прокуратура для него не имеют авторитета. И поэтому они что хотят, то и творят.